Итак, новый смартфон 93 200+. Экран 5,3 дюйма. Разрешение экрана 540 на 960. И у него ипсовая матрица. То есть на нем можно смотреть под любым углом. Давайте мы посмотрим на него снизу. Посмотрим на него сверху. Никакой инверсии нет. Посмотрим справа. И посмотрим слева. Так, теперь, значит, у него в комплекте что идет? Вот есть такая замечательная задняя крышка, которая так называемая крышка-блокнот. То есть она целиком его закрывает. Весь экран его можно положить куда угодно. Лейбл с андроидом, он отдельно лежит. И есть еще вот такая вот крышка просто задняя. Если эта крышка практически черная, вот крышка блокнот, то дополнительная крышка, она имеет такой немножко черный фиолетовый отлив. С перламутровым. Так, дальше. Что у нас еще здесь есть? Батарейка. Батарейка у нас здесь написано 2800 мАч. Вес у нее, соответственно, 50 грамм. Гарантируем, что здесь есть 2300 мАч. Таких батареек в комплекте две. Дальше. Зарядное устройство. Это дата-кабель, извините, микро-USB. Зарядное устройство с переходником. Дальше. Пленка для этого смартфона лежит отдельно. Коробочка у нас выглядит вот так. На обратной стороне, так вот здесь так вот еще лейбл у нее есть. Так, и на обратной стороне вот тут перечислены некоторые характеристики данной модели. Так, теперь то, что касается еще давайте внешнего вида пройдемся. Что у него здесь есть? Так, разблокируем экран. В последнее время редко бывают телефоны с сигнальным светодиодом. То есть вот лампочка здесь загорела зеленым цветом. Соответственно, красный, когда будут неотвеченные вызовы или звонки. Так, на передней панели кнопки подсвечиваются. Ну, они не очень ярко, но их видно. Подсветка есть. Так, дальше. Значит, на правой стороне регулировка громкости и, соответственно, питание. Наверху разъем на 3,5. Здесь наушник со светодиодом. И внизу у нас микрофон, микро-USB. И вот защелка для щель для ногтя, чтобы снять крайнюю крышку. Так, снимаем и смотрим, что у нас внутри. Вот оно вот такое. Так, ну вот. Спасибо за внимание.